В читальном зале Бунинки открылась фотовыставка российского тележурналиста, автора документальных программ о путешествиях на телеканале «Моя планета» Марка Подробинника. Представлены работы, сделанные журналистом во вьетнамской командировке. Тамошняя деревня провинции Шонла знаменита самой высокой в мире концентрацией долгожителей, что и вдохновило Подробинника. Он сказал, что ему крайне повезло с этой командировкой, поскольку жанровый портрет, а мы все видим, что эти фотографии представляют собой портреты, одно из его самых любимых направлений фотографии. Выставка продлится до 25 января.